прошу прощения за отчасти личный вопрос про заявление правозащитников, которые выступили в защиту журналистов Андрея Солдатова и Ирины Бараган. Речь идет о том, что на них как раз подал в суд российский бизнесмен Алексей Козлов, и как раз его обвинение основывается на их книге «Свои среди чужих», где, ну, как минимум одна глава посвящена действительно Алексею Козлову, вам в том числе, описывается ваша свадьба и говорится о том, что на ней присутствовали двое представителей СВР, ну и в частности говорится о том, что у Алексея Козлова были некоторые связи или знакомства как раз в этих спецслужбах. Можете ли вы это как-то прокомментировать? Да, конечно. На самом деле, спасибо за вопрос. Я, конечно, здесь принимаю участие. Я сразу же, как только обнаружила, собственно, судебный процесс этот и Козлов в нем. Мы с ним 5 лет не общаемся. И я, конечно, немедленно позвонила и Андрею Солдатову, и Ирине Бараган со словами поддержки. И, насколько я знаю, то есть я уже знаю, что они сохранили прекрасно многочасовые пленки своих разговоров с Алексеем Козловым много уже лет назад. И, конечно, там очень много вопросов вообще к этому Гамбургскому суду, каким образом издательство, которое издало, собственно, эту книгу Брагана Солдатова, не было оповещено вообще о судебном слушании. То есть там очень-очень много всего любопытного, интересного. 8 декабря состоится рассмотрение, собственно, уже претензий со стороны издательства к Козлову, и ну, посмотрим, чем все это дело обернется. Как мне кажется, действительно, это очень-очень важный и очень плохой прецедент, поскольку речь идет о свободе слова, речь идет о том, что если человек, который имеет существенные связи, по крайней мере, со старым КГБ, да, пытается с этим выходить в суд и ограничивать свободу слова известных журналистов-расследователей с репутацией, с мощными работами и так далее. И я полностью поддерживаю заявление многих правозащитных организаций по этому вопросу. Мне очень жаль, что так случилось. К сожалению, да, я тут никак ничего не могу на это дело никак повлиять и как-то предотвратить это было. То есть было невозможно с моей стороны, конечно. Но я надеюсь на справедливое судебное расследование по этому поводу. И я так же, как и расследователи, убеждена, что это вряд ли его собственная самодеятельность. Мне кажется, что им воспользовались люди, которые действительно хотят в Европе и в Штатах провести кампанию по затыканию ртов журналистов. На вашей свадьбе действительно присутствовали сотрудники спецслужб? Да, два человека присутствовали с его стороны, если не считать бабушки. Бабушка была тоже сотрудницей спецслужб, переводчиком Рузвельта на Ялтинской конференции, что, в общем, на самом деле, в моих глазах было скорее романтично. Ну да, там описывается, на самом деле, насколько я понимаю, на основе интервью с вами отдельные истории про портрет Эйтингена, который висел, собственно... Как раз эта история там и описывается в том числе. Ольга, еще один вопрос, возможно, не самый удобный, но все-таки прошло несколько месяцев после выхода материала издания «Проект» о Осечкине. Осечкин в разное время, в том числе и о вас, говорил не очень, мне кажется, скажем так, обоснованные или подтвержденные вещи, но суть даже не в этом, а в том, как вообще его фигура оценивается в правозащитной среде, а как его фигуру оцениваете лично вы после выхода этого материала, стал ли он для вас каким-то чем-то новым, каким-то откровением, чем-то, чего вы не знали, и вообще подтверждаете ли вы то, что в этом материале излагается?
Не, ну этот материал, конечно, не стал для нас, для правозащитников, сюрпризом, потому что люди, которые давно занимаются правозащитой, прекрасно знают такое Осечкина, и, в общем, не сюрприз. Поскольку он страшно токсичный, то его совершенно не хочется лишний раз вспоминать и обсуждать. Как-то со мной он сделал для меня исключение. У него как-то все правозащитники работают на ФСБ. У меня с ним харассмент. И у меня есть два ответа по этому поводу. И спасибо за возможность один раз только пошутить. Когда меня... Знаете, когда спрашивают то, что тебе не нравится, у тебя хороший ответ-то приходит потом. Я себе придумала хороший ответ. Когда меня спрашивают, а что, вы правда, вы приставали к Осечкину? Я придумала отвечать, знаете, правда, но я об этом страшно сожалею, у него маленький, простите.